Спасибо. Но игра была тяжелая. Мы ехали сюда, знали, что будет очень тяжело в первом тайме. И решит один момент. Вот во втором тайме мы вышли, выбежали в атаку. Там вратарь прозевал, я увидел это, забили. И все. А потом мы уже второй додавили и забили. Нам говорили, что во втором тайме мы должны дотерпеть и забить первый гол, а второй уже сами они закатят. Вот так и получилось. Вратарь сам привез пенальти, второй закатили.